всех женщин России с наступившим профессиональным праздником и первыми сказать вам добрый вечер! Можно ли представить настоящий женский праздник без Филиппа Киркорова? Думаю, что нельзя. Мы встретимся с тобой только раз, только раз. Только раз могла со мной сравниться, только раз могла любви забыться, только раз нас свел неверный случай в жизни, только раз. Только раз цветут под небом розы, только раз ты льешь от горя слезы, только можешь раз играть словами, только раз сойдутся лед и жаркий пламень, только раз в руке твоей синица, только раз смогла навек влюбиться, только раз всего один лишь только раз. Столько зим, столько лет, столько долгих дней, только раз ты могла стать навек моей. Зеленый этих глаз вспомню как мираж, но любовь предают всего один лишь только раз, но только. Только раз в стране любви блуждая, раз лишь ты могла достигнуть рая, только раз могла со мной остаться в жизни, только раз. Только раз душа парит в лазури, только раз тебя ласкают бури, раз лишь ты могла играть словами, только раз сойдутся лед и жаркий пламень, только раз в руке твоей синице, только раз смогла навек влюбиться, только раз всего один лишь только раз. Два. Столько зим, столько лет, столько долгих дней, только раз ты могла стать навек моей. Ну, а сейчас на сцену выйдет знаток женских душ и расскажет он о женщине, которая играет главную роль в жизни каждого мужчины. Имя ей – теща. Владимир Винокур. Алло, тещенька. Тещенька, привет. Из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают горькие. Капают, кап-кап, капают прямо на копье. Студеною зимой опять же под сосной с любимою Ванюша встречается. Кольчугой вновь звенит и нежно говорит: «Вернулся я к тебе, раз красавица!» Эх!
глаз Маруси. Капают сладко, капают, капают прямо на копье. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают сладкие, капают, кап-кап, капают слезы на копье. Сейчас на прямую связь с нашей праздничной студией выходит наш специальный корреспондент Сергей Дроботенко. Он находится на орбитальном комплексе. Сергей, здравствуйте. Как вы нас слышите? Отмечают ли на станции, на Международной космической станции, Международный женский день? Да, Михаил, я вас слышу. Это я, ваш залетный корреспондент. Действительно, на станции отмечается этот праздник. И я вам скажу, хорошо отмечается. Вы знаете, вот холодильников на станции не предусмотрено, нет. Но это космонавтов не останавливает. Используется старый студенческий принцип. Помните, Михаил, раньше в общежитиях вывешивали такие пакетики. Они на форточках висели, и там были продукты скоропортящиеся. Вот этот же принцип используются здесь на станции. И когда приходит праздник, оттуда извлекаются тюбики с винегретом, тюбики с холодцом, тюбики с солеными огурцами. Кстати, Михаил, я только на станции понял, почему водку называют пузырем. Тут водка хранится именно в пузырях. Сережа, давайте об этом чуть позже. Скажите лучше, гости у вас на станции будут? Пока не видел, Михаил, но еще не вечер. Как говорится, кто помнит, придет. Вообще, в последнее время стало модным приглашать артистов на всякие корпоративные праздники. Наша станция не стала исключением. И мы уж сегодня, простите за скромность, пригласили на борт Валерию. Нас приветствует Валерия. Мои губы теплее, чем дождь. Ты мой любовь.
Сегодня в нашей студии среди наших гостей много замечательных, я бы даже сказал, выдающихся женщин. И рядом с ними, увы, не я, а наш специальный корреспондент Сергей Дроботенко. Школьником я был влюблен в эту женщину с экрана. Она казалась такой недосягаемой. Я мечтал с ней познакомиться и подарить цветы. Сегодня мечта сбылась. Светлана Жильцова. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Светлана Алексеевна, можно несколько пожеланий нашим замечательным, очаровательным женщинам? Можно, конечно, с удовольствием. Ну, я считаю, что наши женщины самые красивые. Желаю вам, дорогие мои, чтобы вы всегда оставались самыми красивыми. Я считаю, что наши женщины самые добрые. Оставайтесь всегда самыми добрыми. Я знаю, что наши женщины любят всех своих близких, мужей, друзей, детей, внуков. И мне хочется пожелать, чтобы они немного любили бы себя. И тогда они будут еще более любимыми своими близкими. У нас в гостях Светлана Жильцова. Спасибо, Сергей. Завидую вам. Вы в такой компании. Ну, а мы продолжаем. Как должен выглядеть настоящий мужчина на первом свидании? Напомнит Юрий Аскаров. Милые женщины, помните, некрасивых мужчин не бывает. Бывает мало цветов и шампанского. Как мужчины готовятся к свиданию? Я готов на край земли, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно, невозможно и невозможно сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможно и невозможно, знаю точно. Все готов делить с тобой я пополам. И только мне поверь, я сделал выбор сам. Дай же мне последний шанс, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно, невозможно и невозможно сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможно и невозможно, знаю точно. Все невозможно и невозможно, знаю точно.
Ну а сейчас передаем слово нашему специальному корреспонденту Сергею Дроботенко. Как вы себя чувствуете? Друзья мои, теперь я знаю, что такое грация. Она сидит рядом со мной. Несравненная прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Светочка, я хочу вам вручить букет. Я хотел это сделать в прыжке, но тогда это была бы моя последняя программа. Поэтому просто как джентльмен. Спасибо. Спасибо. И, если можно, несколько пожеланий нашим телезрителям. Женщинам, конечно же. Пусть жизнь вам подарит свидания и встречи. Пусть счастьем наполнится каждый ваш вечер. Доброй улыбкой день начинайте. Хорошим его настроением встречайте. Да и хватит! Нет! И он вас одарит теплом и любовью. Успехов, удачи, подарит здоровье. Очаровательная Светлана Захарова. С праздником! Большое спасибо, Сергей. Мы продолжаем. Нашему следующему гостю несказанно повезло в детстве. Родители мечтали сделать из него пианиста, ну или на худой конец аккордеониста. Петя всегда был смышленым мальчиком и выбрал меньшее из зол. Встречайте, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Следующий номер должен был объявить мой коллега Сергей Дроботенко, но он сейчас занят, поэтому сделаю это я.
встречайте, Сергей Дроботенко. Вы знаете, друзья мои, я скажу без всякой лести, что вот, пожалуй, так называемая женская тема, она самая любимая в нашем разговорном жанре. Почему? Я лично глубоко убежден, что каждая женщина – это великая актриса. Каждая. За вами очень интересно наблюдать. Еще интереснее вас показывать. И вот недавно, перебирая в памяти все так называемые женские номера, включая новые, которые хочу вам сегодня показать, я пришел к выводу, что, наверное, все они пронизаны одной идеей. А именно, милые дамы, пожалуйста, не комплексуйте вы никогда по поводу вашей внешности. Помните одну истину. Мы, мужчины, вас всегда любили и будем любить только за то, что вы женщины. Милые наши, любимые, жены, подруги, сестры, тети, бабушки, вы сошли с ума. Вы помешались на этих новомодных пластических операциях. Помешались. Друг рассказывал. Подходит жена, говорит, ты знаешь, я хочу сделать пластику всю под ключ. Как думаешь, насколько потянет? Он говорит, ну, думаю, хирургу дадут 5 лет, не меньше. Вчера моя жена Любочка утром подходит к зеркалу, говорит, у меня 2 новые морщинки за ушами. Ты посмотри на это лицо. Ты посмотри на это лицо, как у слона под мышкой. Тебе смешно? Тебе смешно? Я вчера заполнял анкету, и меня спросили, сколько мне лет. Я ответила уклончиво. Подошла к 40. Мне говорят, да. И что же вас так задержало в пути? Надо срочно к пластическому хирургу, срочно. А когда-то мы начинали с груди. Любочка комплексовала, что она не очень маленькая. Помню, как-то ночью лежим вместе, темно. Я ее нежно так поглаживаю под одеялом, успокаиваю, как могу. Какая у тебя чудесная грудь. Просто удивительная грудь. В ответ получаю такую пощечину. Оказывается, Любочка лежала на животе. Вскоре нашли объявление. Наращиваем бюст из материала заказчика. Материала у заказчика оказалось слишком много. Теперь хваленая Памела Андерсон. Рядом с Любочкой смотрится, как телевизор с плоским экраном. А какой амортизирующий эффект. Не грудь, а батутик. Помню, как эта жена спускалась в подъезде по лестнице и споткнулась. Раньше точно убилась бы. Тут спокойно допрыгала на грудях до выхода. Говорят, собаки во дворе были в таком шоке. Ноги до сих пор не дают себя выгуливать. После груди Любочка усовершенствовала лопатки. Ей сделали очень удачно. Одну совковую, одну штыковую. Проще всего оказалось с глазами. Жена захотела сделать их большими и выразительными. Хирург просто показал ей счет за операцию. Еще издеваются ведь над нами. Говорят, вы знаете, у вас слишком чувствительная кожа вокруг глаз. Если хотите, мы пересадим ваши глаза туда, где кожа менее чувствительна. Потом Любочка захотела сделать модную операцию, углубить пупок. Углубила. Нет, хорошо. Правда, пупок начал наглеть. Он стал гулять по всему телу. Последний раз вы увидели в районе копчика. Появится, бывало, подмигнет и исчезнет. Потом жена захотела уменьшить нос. Уменьшала, уменьшала. В результате остались 2 маленькие дырочки. Нет, хорошо. Правда, я как-то сослепу чуть не воткнул туда шнур от бритвы. В конце концов, она сделала круговую подтяжку. Потрясающе. Потрясающе. У нее появился модный восточный тип лица. Я когда ее первый раз увидел, не удержался, крикнул, «Япона, мать!» А как преобразились ушки. Теперь я понимаю, откуда пошло народное выражение «ушки на макушке». Жена довольна, довольна. Даже незнакомые люди при встрече делают ей комплимент. Вы такая хорошенькая. Ужас просто.
Любочка не забыла и про ноги. Хирург убрал все лишнее. Остались только коленные чашечки. И жена наконец-то осуществила свою давнюю заветную мечту. Надела обтягивающую кожаную мини-юбку. Зря. Как-то стоит на остановке, подъезжает автобус. Любочка пытается войти. А юбочка настолько узкая, что не может даже коленную чашечку согнуть. Боже мой, пупок от напряжения вообще на лоб вылез. Сисит, улыбаясь, жена протягивает руку за спину, пытаясь ослабить змейку. Бесполезно. Еще разик. Никакого эффекта. Наконец, стоящий сзади мужчина просто взял чуть ниже талии и поставил. Она тут же изобразила оскорбленную невинность. Да что вы себе позволяете, черт возьми? Да как вы смеете, черт возьми? А мужчине тоже неловко. Он говорит, знаете, в другой ситуации, быть может, и извинился. Но после того, как вы мне в третий раз расстегнули ширинку... Так вот, милые наши любимые, жены, подруги, сестры, тети, бабушки, скажите, ради чего вы идете на эти безумные жертвы? Чтобы мы, кобели проклятые, не заглядывались на других? Так я вам напомню старинную поговорку. Как волка не корми... И потом у нас на Руси недостаток красоты всегда компенсировался избытком спиртного. Я в ресторане послушал, как одна девушка говорит своему спутнику: «Молодой человек, хватит мне уже наливать. Я и так уже такая, как вам надо». Так что не будем спорить с природой. Она все равно возьмет свое. Международный женский день, женщины должны отдыхать, а не работать. Ну, открою секрет, я знаю одну женщину, которая чем больше выступает, тем больше у нее праздник. Лолита! И вновь на прямой связи с нашей студией наш специальный корреспондент Сергей Дроботенко. Он находится в Одессе. Сергей, здравствуйте. Что такое? Сергей, это Михаил. Да я понял. Сергей, как в Одессе отмечают Международный женский день? Миша, я вас умоляю, давайте побыстрее. Все-таки по межгороду разговаривай, Миша. Сергей, а какие сюрпризы ждут одесских женщин? Ну, какие сюрпризы? Как покупают цветы в Одессе? Так же, как везде. Долго торгуются, в конце концов покупают. Кстати, Миша, а почем в Москве розы? Ну, вы знаете, в праздник от 150. Это штучка или на коллектив? Нет, это только целлофан. Сергей, какие еще подробности вы можете сообщить? Да, так я же хотел рассказать. В Одессе просто женщинам несказанно повезло, несказанно. В продажу поступила первая говорящая стиральная машина «Одесситка». Машина переспрашивает команды, уточняет, почему именно она должна это делать, Михаил. Сергей? Что, Сергей, время заканчивается, по межгороду разговариваем. Как говорят в Одессе, будьте счастливы при любой возможности. Объявляйте следующего. Игорь Маменко. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, наши милые и прекрасные женщины. Хочу поздравить вас с вашим чудесным праздником, с праздником весны, с праздником 8 марта. Пожелать всем крепкого здоровья, настоящего большого счастья, полного взаимопонимания с вашими близкими, с вашими друзьями, а также обрести полную душевную гармонию, и тогда все у нас будет в порядке. Еще раз поздравляю, мы без вас ничто, жить без вас не можем, хотя и не собираемся, честно говоря. С праздником вас, дорогие женщины! Расстроенный я. Злазили меня. Порции испортили. Да я тут недавно самогонку нашел. Ничью. У Федьки в сарае нашел. Замок там, считай, что сам свалился. И она валяется. 18 литров.
Ну, сколько-то я с нее не допил и ушел. А пока шел, сглазили меня. Федька меня по слезам нашел. Следы ж меня особые. Тут две ножки, тут две ладошки. Посреди колея. От бровей моя. А что дальше? Я сам. На пяти точках стою, с землей беседую. Ты спрашиваешь, было ли у меня алиби? Да, конечно, было. Он же меня по нему и бил. Все алиби отбил мне Федька тогда. С глаза-то порча 100%. Да я себе мотоцикл сейчас купил. У Сереги Горбуна. Ну, Серега, про которого 2 года думали, что он горбун, оказалось, что он костюм на рюкзак надел и забухал. Так и ходил. Снять же некогда было костюм с рюкзака. Ну, мотоцикл классный. Милицейский. Старлей Дэвидсон. С коляской. Ну, я в нее свою Зосю усадил. Вы мою Зосю не знаете? Ну что вы? Первая девка на деревне. У каждого мужика в деревне она первая была. Ее в деревне кличут Зося низкопрофильная. Ну, за то, что профиль сильно низко к земле старается. Ну, я ее в коляску усадил. А я ж тогда за рулем не пил. А за ним же и неудобно пить. Я так, стакан хлопнул рядом, внутрь. Ну, едем мы, едем. Комары обхарю мою, бьются насмерть. Воробьи калечатся, скорость же. Вдруг моя орёт мне в самое ухо. Останови, до кустов приспичило. Не, молодец. Как я его остановлю? Там же ни якорь, ни стоп-крана нет. Ну, я в поле выехал, и давай по кругу колбасить. Чтоб бензин закончился. А он не заканчивается. Вечный какой-то бензин. Бензобак же горбун от КамАЗа поставил. 400 литров в нем. На руле прямо стоит. Мне за него дорогу не видать. Снизу глянул посмотреть, а дым весь в харю. Глушитель горбун задом наперед поставил. Ну, едем, едем. Часа через 3 зайцы вышли с леса на нас посмотреть. А чуть позже ушли, охотников своих привели. Ну, правильно. А что они там видят в лесу, кроме водки? Ну, тут уже и сумерки сгустились, а не видно нифига. А потому что фара у мотоцикла хитрая. Только днем горит, ночью выключается, спит мотоцикл. Ну, я потом с привычного маршрута сбился. Смотрю, 2 сосны на дорогу выскочили. Ну, думаю, проскочим между ними, боже мой. Ну и проскочи. А то, что мотоцикл с коляской, забыл. Тут Зося с правой сосной своим профилем и соединилась. Сильно соединилась. От удара шишки падали вместе с белками градом. Сейчас ее в деревне кличут Зося Чау-Чау. Глаз это 100%. Мне тут цыганка нагадала, что вся порча от пиджака моего. Что нам нужно? Говорит, кто его носить будет, на год порча будет, а через год кранзы помереть может. Ну, я ей не верю. Я ее проверил,
Тем более, что тесть давно у меня его на прокат просит. Да, боже мой, люди же не чужие, что у меня? Вон идет. Усы позвел мне несут. Папа, я здесь. Ты же что-то обещал? Что за трасщедрость? А мы не чужие же. Сейчас я его пришу вам, потом заберу. Папа, да, да. Ну а сейчас, друзья, я обращаюсь к мужчинам. Наступает наш праздник. На сцене прекрасная, обаятельная Пелагея. Шел казак на повозку домой. Шел лесом дорогой прямой. Обломилась доска под вела казака. Купался в воде ледяной. Он зашел на крутой бережок, а и костер над рекой зажег. Мимо девушка шла и к нему подошла. Случилось с тобою, дружок. Мимо девушка шла и к нему подошла. Что случилось с тобою, молодой? Я сетра ловил под водой. Буйна речка быстра, не поймала седра. Зачерпнул я воды сапогом. Буйна речка быстра, не поймала седра. Ты казак на дымок, уходи, не спеши, сапоги просуши, а разведем мы костер на
завидуете тем, кто смог похудеть. Теперь это получится и у вас. С Дикой. Мне очень приятно, что наших дам сегодня поздравит человек, который их не только любит, но и всегда способен понять. Борис Моисеев.
Сейчас на сцену выйдет писатель. Мы все думаем, что писатель должен сидеть дома, писать, писать, писать. Но наш писатель не таков. Возможно, он все уже написал и хочет поделиться этим с нами. Встречайте, Леон Измайлов. Сижу я как-то на пляже в Анталии, а передо мной женщина, такая молодая, симпатичная, сняла бюстгальтер, и так без бюстгальтера передо мной и сидит. Я день терпел, два терпел, на третий говорит, что это вы так вот с этими с голыми сидите? Она говорит, вам, мужчинам, значит, можно с голыми сидеть на пляже, а нам нельзя, да? Я говорю, ну мы, мужчины, все здесь голые, можно сказать. А вы чего с этими, с голыми сидите? Она говорит, они вам что, мешают, что ли? Я говорю, они меня от моря отвлекают. Она говорит, мужчина, вы чего, это же топлес. Я говорю, какой топлес? Бюстгальтер сняла, виноват какой-то топлес. Она говорит, ну вы посмотрите вокруг, вон еще женщины топлес сидят, никто же не возмущается. Один вы, как будто только с ветки слезли. В общем, умыло меня. Ладно, думаю. На следующий день прихожу, она лежит вместе со своим топлесом. Я рубашку снял, брюки снял, плавки снял, остался в одной белой кепке. Она говорит, мужчина, вы чего? Я говорю, у меня сегодня топлес. Она говорит, это не топлес, это хамство. Я говорю, значит, вам голый можно, а мне нельзя, да? Она говорит, между прочим, я не голый, я, между прочим, в плавках. Я говорю, я, между прочим, в белой кепке. Я говорю, хотите еще шлепанцы надену? Она говорит, при чем здесь шлепанцы, если все остальное у вас голое? Я говорю, оно вам мешает? Она говорит, оно меня от моря отвлекает. Я говорю, хорошо, вы-то почему голые? Она говорит, я голый для красоты. Вот я загорю, зимой разденусь, все увидят, какая у меня красивая грудь. Я говорю, хорошо, а я, значит, должен всю зиму в темноте раздеваться? Она говорит, вам-то чего? Я говорю, мне ничего. А женщины обижаются. А чего это они обижаются? Ну, потому что не загорелый. Я вон перед одной разделся в прошлом году. Она глянула, плюнула, вообще ушла. Она говорит, может, от чего-то другого? Я говорю, не было там ничего другого. Она говорит, а чего же она тогда? Я говорю, ну, потому что не загорелый. Вот вам говорю, противно мне, не загорело, смотрите. Она говорит, противно. Я говорю, а чего смотрите? Она говорит, а приятно. Я говорю, а если бы я загорел, вообще бы глаз от меня не оторвали, как от вашей груди. Она говорит, а вас, между прочим, от моей груди никто не отрывает. В общем, мы уже 5 лет с ней вместе загораем. Она со своим топлесом, я в белой кепке. Но оба в одной постели. Чем короче название группы или фамилия, имя артиста, тем плодотворнее его творчество. Следующую команду можно представить в двух словах. Дискотека «Авария». Десять часов, домой идти пора. А я все не сказал о самом главном. Мокрый песок из твоего двора напомнит завтра про вчера. Погаснет в окнах свет, исчезнет твой силуэт. Во двор безлюдный льется лунный свет. И жалко, что тебя со мною рядом нет. Кончится вечер, погаснет свет в твоем окне. Он бесконечен, самим собой наедине. Все в руки завтрашнему дню, когда тебе я позвоню. Я здесь один, возьми меня из темноты. Так одиноко бродить всю ночь дома. Но если рядом ты, на небе звезды сияют по-другому мне. Здесь только ты и я, прохладный плен сентября. Нас окружает.
Погаснет свет в твоем окне, он бесконечен, самим собой наедине. Готовишься к завтрашнему дню, когда тебе я позвоню, и будем изучать по лунному календарю закаты и восходы, и вечернюю зарю. Только ты услышь эту песню мою. Устали бороться с пылью привычными средствами, однако вовсе не замечать пыль слишком рискованно. Даже с нашим специальным корреспондентом Сергеем Дроботенко. Дорогие друзья, я счастливый человек. Я сижу рядом с великой женщиной, с очаровательной женщиной, любимой миллионами. Ангелина Вовк. Мне очень приятно в этот праздник вручить вам этот скромный букетик. Будьте счастливы. Спасибо, Сережа, спасибо за внимание к моей персоне. Если можно, несколько пожеланий миллионам женщин, которые вас сейчас смотрят и слушают. Да, сегодня замечательный праздник. И действительно, у нас в России женщины потрясающе красивые. И мне бы очень хотелось, чтобы вот эта внешняя красота всегда соответствовала внутренней красоте. Поэтому вот несколько просто таких добрых пожеланий. Всегда побеждайте гнев любовью. Добро пусть побеждает зло. Жадность побеждайте щедростью, а ложь побеждайте истиной. И я думаю, что тогда наши женщины будут самые лучшие, самые красивые женщины в мире. Для всех женщин поет «Астудио». Где-то за городом небо над озером сигулет, солнечный заяц в луже купается, зорьку пьет. Голубь серебряный крошки клюет на моем окне, но сердце спит мое. Жар в кашемировой ночи полнолуние стелет вновь. Ночью особенно верю в гадания и любовь. Ветка еловой машет заманчиво Рождество, но сердце спит мое. Я знаю, где
сердце любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптурой тело на простыне замерло, но сердце спит мое. Мягкая обложка и глянцевым фото смеюсь себе. Все, что желаю, случается скоро в моей судьбе. Новые встречи и расставания дарит день, но сердце спит. Куда только нелегкая не забрасывала наших корреспондентов. Сегодня на прямую связь со студией выходит наш специально отмороженный корреспондент Сергей Дроботенко. Сергей, здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Михаил! Я понимаю, что очень холодно, поэтому давайте в двух словах. Как обстановка? Почему не выслали суточные до сих пор? Сергей, об этом чуть позже. Пожалуйста, подробности. Ну хорошо. У нас сегодня потеплело. -52. Словом, весна пришла. Знаете, кстати, в нашем городе этой зимой был зафиксирован рекорд, вошедший даже в книгу Гиннесса. Был зафиксирован самый долгий в мире поцелуй. Поцелуй между мальчиком и качелей. Спасибо, Сергей. На прямой связи с Крайнего Севера был Сергей Дроботенко. Ну, а мы приглашаем на сцену наших следующих гостей. Пока я иду греться, Юрий Гальцев и Геннадий Ветров. Сиреневый куст оказался не густ, и мы под кустом очутились внезапно. День. Артисты, которые выйдут сейчас на сцену, наконец-то решили открыть свое истинное лицо и сказать всю правду о себе. Хор Турецкого! Мы вам честно сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим. Они всю жизнь нам разбивают сердца, да-да, сердца. От них мучения нам без конца. Сколько можно им песни петь, сколько можно капризы их терпеть. Быть под наркозом их пленительный глаз, прекрасный глаз, и слышать каждый раз отказ. Опять отказ. А как без них прожить? А ну скажи, скажи, без них-то мы куда-то, просто никуда. Недаром все века их носят на руках.
и нам опять придется руки подставлять. Мы вам честно сказать должны, больше жизни девчонки нам нужны. Ну кто нам скажет, что приходит весна? Ну кто покоя нас лишит и сна? Кто разбудит в душе любовь? Кто заставит мечту полететь вновь? Кто поцелует нас хотя бы иногда? Кто с нами жизнь разделит раз и навсегда? А ну скажи, скажи, без них-то мы куда? Да просто никуда. Недаром все легка, их носят на руках, и мы опять готовы руки подставлять. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Пока без них прожить. А ну скажи, скажи, без них-то мы куда? Да просто никуда. Недаром все легка, их носят на руках, и мы опять готовы руки, вновь готовы руки, мы вновь готовы руки поставлять. Милые женщины, хор турецкого у ваших ног. Счастья вам, мы любим вас. Вот и наступил тот момент, когда мы вынуждены сказать, что наш вечер подошел к концу. К сожалению. Но, к счастью, всегда есть в нашей жизни любовь, весна и женщины. Любимые женщины. Поэтому мы не говорим вам «до свидания». Мы говорим вам «с праздником».